В настоящее время существует 6 современных лицензий Creative Commons. Лицензии Creative Commons являются не исключительными. Правообладатель может разрешить использование своего произведения по лицензии Creative Commons и после этого заключить другой отдельный, не исключительный договор с кем-либо еще, например, в обмен на деньги. Лицензии Creative Commons имеют силу в течение всего времени действия полученных прав, в большинстве стран, 70 лет с момента смерти автора. Если работа однажды лицензирована, то ее лицензия уже не может быть аннулирована впоследствии. Нельзя запретить кому-то, кто использует произведение согласно лицензии, продолжить ее использование. Правообладатель может прекратить распространение произведений по лицензиям Creative Commons в любое время, но те копии, что уже существуют, нельзя будет изъять из обращения и прекратить создание все новых копий по лицензии Creative Commons. Лицензиар заключает отдельный договор лицензирования с каждым пользователем, лицензиатом. Организация Creative Commons не является стороной лицензионного договора и не может выступать гарантом качества лицензируемой работы. Все лицензии требуют указания авторства, ранее использовались лицензии, не требующие этого, но Creative Commons перестала их поддерживать.